саженцы и рассада лагибридной лилии релусида дадут вам возможность вырастить настоящий шедевр. Для этого на солнечном участке в области хорошо дренированных грунтов и питательных почв весной или осенью высаживаются бульбочки. Через 1,5 месяца можно будет наблюдать произрастание прямых густооблиственных стеблей высотой 95 см, на которых начинает формироваться крупный бутон. Под воздействием солнечного света и при регулярном умеренном поливе этот бутон превращается в непревзойденной красоты цветок с насыщенным красным оттенком. Тому, кто любит такую броскую и экстравагантную гамму цветов, специалисты рекомендуют обратить внимание именно на представленный сорт. Лилия лагибрид релусида – это многолетнее растение. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.